пьесе Островского «Свои люди с учтем». Вот это вот. Убедительная просьба. Мобильное устройство на время спектакля. Попробуй-ка на досуге. Раз, два, три, раз, два. Так!
краснеть приходится. Слава, зачем? Зачем вы отказали жениху? Ну чем не бесподобное платье? Ну чем не купидон? Ой. Зубоскал! То ему не так, это ему не так. В бане не ходит и не крестится. Да что вы, маменька, понимаете? Это же у них там так принято. Слышите? Маменька, найдите мне жениха. А не то! Заведу тайного обожателя, с гусаром убегу и обвенчаемся по-тихому. Ну все. Мое терпение лопнуло. Пойду Самсонушке пожалуюсь. Самсонушка! Самсонушка! Да только и ладите, что Самсонушка. А я? Все вы точно уже замуж повыходили. Одна я. Ну ты чего? Ну хочешь я тебе сережку заберу? Нет, не хочу. А браслет? Сезон два. Куплю. Ну только тут и не расстраивайся. Перестану, когда замуж выйду. Да выйдешь, выйдешь. Мама хотела прийти. Да поскорее потом же. Ой, поскорее потом же. Пришла. Ну! Угадайте, Аграфена Кондратьевна. Кто к нам приехал? Ну что тебе, бабка Угарка, что ли? А что ты меня не спросишь? Я что, глупее вас, маленькой? Ой, на словах ты больно прыгая. Ну угадайте, кто? Мужчина или женщина? Мужчина. У тебя все мужчины на уме. Ладно, пойдем.
стойки, ездят на метро, без регистрации, поступали зло. Я мечтал подняться всем врагам на зло. А что, мужчина должен иметь все? Собрать стол языки, иметь другие идеи. Зарабатывать кэш, а не шутить на шею. Ведь они мы, а не собирать трофеи. Меньше посыпаться, больше посещать музеи. Однажды я поменял прошлое. Прощай, Рошан, прощай, Джошу. Привет, Москва, Блэкстар, я тут. У меня есть города, и меня берут. Теперь любая хочет быть со мной, как будто я супергерой. Так неожиданно успех большой, продолжим на той стороне, будет петь с тобой. А ты меня искал, а у меня обошел. Теперь у нас с тобой все. Ну вот, вы тетенька тоже с бородой. Да? Ничего, целуешь. Маменька, одно дело тетенька, а совсем другое дело муж. И вообще, сказала не пойду за купца, значит не пойду. Липочка, ну иди ты сюда, ко мне, бриллиантовая моя. Ну, найдем мы тебе твоего женишка. Тебе какого? Пополней. А не поджаристи, а? Это так важно. Главное, чтоб с собой был немал. И стремило, чтобы не курносово, чтобы брюнет. Лех? Да не брюле, а брюнет. Ой, да надо мне по-вашему язык-то ломать. И чтобы одет был пожурна. Господи, а сама-то я как веник расстрелял. Ой, Липочка, есть у меня как раз такой, как ты описываешь. Ой, и благород, и богат, ой, и брюнет. А, ты вот, пойди пока приоденься, а мы-то с Маринкой тут потолкуем. Ну, ты же зайди ко мне. Да зайду, зайду. Поменишь нас? Спасибо.
любимый, но не роща, роптать грех, грех, матушка Аграфена Кондратьевна. Ой, забыла, а как тебя звать, Гарри? А меня-то Сысой Псоич. Как? Сысой хороший магарыч поставлю. Ну, какую механику посмотрим?
говорю. Она близкий родственник. Суди дело, а протестует. А что ж, на чужого, что ли? Ну, человек должен быть совестью. Ой, совестью, ну, удивил. Совестью сейчас днем с огнем не найдешь. Сейчас каждый норовит друг дружку за шиворот ухватить, а ты говоришь совестью. Ну, где вы такого найдешь? А Лазарь Елизарович, приказчик ваш. Лазарь? А что? Парень-то у меня давно, я его как облупленного знаю. Молодец, молодец, и капиталец уже свой есть. Видишь, и при голове. На Лазаря, о, кажись, и он при... Извините, мне надо идти. Да ты куда? Сиди, выпей. Ну, завтра жду. Нашего. Ваша, давай. Извольте, любопытствовать. А, жить стало лучше, жить стало веселее. А покупателей все меньше, как торговля? Да идет потихоньку, слава богу. Потихоньку? Потихоньку это разве торговля? Как это бог дал. Да ладно. Да что это такое? Белоконев, а? Какой был купец, а? Объявился несостоятельным. Посмотри, у нас на него что-нибудь есть? Да должен был три бочки масла брал перед Великим постом. Да? Ну, я с него требую. Не волнуйся. Сомневаюсь. Марков! Мой! Марков, да ты посмотри, тоже явился несостоятельным. Да что же это такое? Всю газету пакости, да? Да такая мораль пошла на весь купеческий народ. Да, плохая мораль. Я вот что думаю, тут векселя подоспели к оплате, ты понимаешь, какое дело? Кредиторам надо платить. Как ты думаешь, если я им вместо рубля, вернее, за каждый рубль, предложу по 25 копеек, возьмут, а? Так дело-то ваше, Самсон Силович, как считаете нужным так поступать? Ну что это дело ваше, сам-то как думаешь? Вот как ты бы сделал? А? Ну наше-то дело подначальное, вы как скажете, так мы и сделаем.